Каждое движение мягкое и плавное. Если механизмы погрузчика работают так, значит, с машиной все в порядке. За своим железным помощником Алексей Сироткин тщательно следит. При малейшей неисправности ремонтирует, смазывает детали. В профессии он уже 15 лет. Свою работу называет романтичной, потому что людям помогает. Много же у нас бывают людей, в ситуации попадают такие непредсказуемые, техногенного характера. Провалился в снег, забуксовал, а я подъехал и вытащил человека. Когда один человек работает постоянно на машине, он за ней следит, он знает ее, и поэтому я уверен, что зиму я точно отработаю. Спецмашины, инвентарь, снаряжение для тех, кто работает на высоте. Сегодня проверяют, насколько готовы к зиме коммунальные службы железнодорожного района. В смотре участвуют только те управляющие компании, у которых в собственности есть техника. Таких 4 из 11. Остальные вместо тракторов и погрузчиков должны показать комиссии договоры, по которым будут брать спецмашины в аренду. Пройдет смотр, да, техники, и доложим конкретно, на какие полигоны повезут снег. Куда повезут его? Какие договора на случай форс-мажора? Сколько наличия тяжелой техники? Как правило, одну и ту же технику управляющие компании используют и зимой, и летом. Подъемный механизм, откуда мы спиливание делаем, поднимаем материал на кровлю и другие виды работ делаем, эти водосточные трубы, то в зимних условиях она используется для сбития сосулек, очистки наледи на свесах и желобах. Вот для этой цели используется. На зимнее дежурство управляющие компании железнодорожного района уже заступили. С началом отопительного сезона. Никакой снегопад, уверены местные власти, неожиданностью не будет. И чтобы справиться с ним, ресурсов достаточно. Если техника сюда пришла, значит, она уже имеет работоспособность, она движется, проверим подъемные механизмы. В принципе, техника, которая здесь сюда приехала, на эту площадку, в обязательном порядке проходит ежедневные технические осмотры, выпускает их механики, скорее всего, в предприятиях, в том числе и медицинское обследование всех водителей. Готовность управляющих компаний к зиме в Самаре проверяют каждый год. Смотр спецтехники пройдет во всех районах города. Алина Чемерис, Сергей Баскин, события.